это электровня, и здесь мы на самом верхнем этаже, и здесь идет стрефа, как они говорят, красоты. То есть студии красоты по всем окружности вот этой электровни. Здесь очень много всего, всех косметических салонов, и они находятся по обе стороны. То есть они вот идут по стороне левой и по правой стороне. Там косметические кабинеты, косметические разные фирмы представляют свою продукцию. Ну, в общем-то, очень много всего интересного. Даже мужская стрефа вот там вот делают, что там, бороду бреют. Это для лордов, да? То есть, наверное, варшавская изба лордов. Здесь вот эскалаторы, везде охрана ходит. Вот она в такой униформе. Белая рубашка, черная жилеточка. И здесь оно пятиэтажное. Мы наверху. Вот это выглядит вот так. Ну, здесь одежный магазин фирмы. Внизу кафе-зона. Магазинчики разнообразные. Очень интересные люстры. Спускаемся эскалатором. И обзор просто делаю. Здесь обычная зона магазинов. Тоже там вдали эскалаторы. Тут что-то для детей. Какой симпатичненький. Название магазинчика прямо «Балаган». Так, очередь, очередь, какая-то очередь. Сейчас посмотрю, что там. Здесь мороженое за один злот. А здесь зона кафе. Их довольно-таки много.